40% россиян уже подстраховались и привились от гриппа. А это больше 60 миллионов человек. Данные озвучили в Роспотребнадзоре России. Мы, в свою очередь, решили выяснить у кировчан, как они защищаются от гриппа и простуды. Для начала провели опрос в нашей группе ВКонтакте. Он показал, что самое эффективное средство – это чай с лимоном. За этот ответ проголосовали 43% кировчан. Прогулку на свежем воздухе считают лучшей защитой от простуды 16% опрошенных. Столько же респондентов заявляют о своем крепком здоровье и ничего не предпринимают в сезон гриппа и простуд. Чем еще защищаются от болезней кировчане? Ответы в нашей постоянной рубрике «Мобильный журналист». Лук, от семени дуг, чеснок, дальше травы, чай, прочее все. И находиться в сельской местности на свежем воздухе, где нет этого вот дыма, гари и все прочее. Я сам в сельской местности живу уже там 20 лет. Замечательно себя чувствую. Очень просто, слово Божие. Да. Вера. А прививки? Христианская вера должна быть. Человек защищен. А прививки? Можно и прививки. Для тех, кто не уверен в вере. Ну, стараюсь не контактировать с больными людьми, стараюсь чаще мыть руки, принимаю витамины, ну, и занимаюсь физической нагрузкой. Никак особо не защищаюсь. Так. А от напасти-то все равно нужно как-то быть к ней готовым. От какой напасти? На меня никто не нападает. Простуды? Они же все равно сезонные такие заболевания. Как спасаешься? Я прививку от гриппа делаю, и этого достаточно. Ну, во-первых, поддерживаю здоровый образ жизни, веду, и пью витамины. А прививки, например, от гриппа? Прививки от гриппа не делаем, потому что так случилось, что я не болею им. Нам повезло. Часто ли вообще простужаетесь? Нет, к счастью, не часто. И как раз вот из-за ваших действий, да? Да, все благодаря ЗОЖ. Стараюсь не ходить в массовое скопление людей. А профилактика какая? А профилактика? Вот бальзамом «Звезда» пользуюсь. Что вы им делаете, расскажите? Нос мажу.